тюльпана необычного черного цвета успешно выращиваются садоводами. Ой, а это точно живые цветы, а не искусственные? Да, конечно, живые! Может быть, на нашей клумбе такой вырастет? Посмотрим. Этот тюльпан один из самых молодых и очень капризных тюльпанов. История его появления на свет полна загадок и тайн. Как я люблю тайны! Родина черного тюльпана – Голландия. 15 мая отмечают день его рождения. Надо же! У цветка свой день рождения! Бывали времена, когда тюльпаны стоили баснословных денег. Но черных сортов среди них не было. Сейчас тюльпаны всем доступны! А тогда нет. И вот темнокожие жители небольшого городка Харлем захотели вывести черный сорт тюльпанов под цвет своей кожи. И за это назначили садоводам награду – 100 тысяч золотых монет. Ух ты! И что, вывели этот цветок? Да, 15 мая 1637 года во время традиционного шествия с тюльпанами чернокожие жители несли на специальных носилках темно-лиловый тюльпан, почти черный. Но все же не черный. Ну не придирайся, Степашка. Только через пару столетий удалось вывести более темный цветок. Вот! Но и он не был по-настоящему черным, а синеватым или фиолетовым отливом. Вот! Смотрите, в конце прошлого столетия на суд цветоводов был представлен очередной сорт черного тюльпана. И кто-то, как Степашка, не считал его достаточно черным. Да ладно тебе, этот почти черный. Работы по выведению самого черного тюльпана продолжаются по сей день.